Автостоянка близ новостроек. Жители улицы Приканальная жалуются на незаконно построенные парковочные места возле жилых домов. Стоянка появилась, вот только жильцов никто не спросил. Почему, узнавала Мирамгуль Салкимбаева. Где мы с детьми будем гулять? Да. Ключи от квартир в этой многоэтажке жильцы получили всего 2 года назад. А проблемы уже начались. Напомним, в сентябре из-за некачественного ремонта с новостройки слетела крыша. Тогда жертв чудом удалось избежать. Теперь еще одна напасть. Прямо под окнами здесь построили автостоянку. По телевизору показывали в прошлом году, что нет, здесь мусорки забыли и поставить парковку забыли. И поэтому они сделали, вот сзади дома нам мусорку поставили и этот... парковку сделали, стоянку. И они на ровном месте теперь делают нам платную стоянку. На каком основании? Здесь даже машин негде. Жители боятся, что в случае пожара к ним не смогут проехать спецслужбы. Автостоянка принадлежит одной из крупных управляющих компаний. Она же взяла дом под свою опеку. Однако возмущенный народ уверяет, что у них якобы нет разрешения на стройку. У них нет никакого разрешения. И подписывали не наши жители. Нам они ничего не показывали. Нам эта стоянка не нужна. Она нам только мешает. Однако у представителей компании есть не только решение комиссии, но и подписи инициативной группы. Это сами жители многоэтажки. Заместитель директора управляющей компании отмечает, что эту идею подали сами обитатели новостройки. Бизнесмены также утверждают, что с появлением новой автостоянки во дворе, наконец, будет порядок. Многие домов по городу, особенно многоэтажных, многоквартирных. В этом доме уже на протяжении полутора лет двор был... забит машинами и днем, и ночью на проезжей части во дворе машины. Не почистить двор. Сами жильцы в свое время очень жаловались, говорят, уберите территорию. Но мы не могли убрать, потому что ни грейдер, ни машина снегоуборочная не пройдет там. И вот весной, еще зимой подходили, весной обратились инициативная группа с просьбой как-то упорядочить, что-то сделать. Нам играть негде, мы сзади играем все лето, всю зиму, там на роликах катаемся, на коньках катаемся, на велосипеде катаемся, а здесь спереди неудобно, машины ездят, нам страшно, вот мы там катаемся, там асфальт удобный и ровный. Так или иначе, автостоянка уже работает. Плата за место 200 тенге. На эти деньги представители управляющей компании будут погашать долги, поскольку создали парковочные места, они за свой счет. Мирамгуль Салкимбаева, Габиден Крушпеков, Марат Культенов, Первый Карагандинский.